Слушай, да это не мышь, это крыса. Ты посмотри, какой у нее хвост. Ужас, убиться можно. Крысенок. Крысенок? Вот гад. Ну, что, сколько она будет стесняется? Ходить? Блин, слушай, что такое? Грязюка какая-то плавает. Да, все ветрует. Все было чисто. Водички сюда подлить, кстати, о птичках. Ага. Так, 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 слушай, это точно крыса. Зубы прям. Рвет, вон, так. Ага. Все. За голову. Да, да, да. А вторая, видишь, что-то не чует вообще. Мышей не ловит. Ну что? Никак не прожует она ее, ты посмотри. А? Ну, не оторвет кусок. Угу. Она была вареная. Где, говоришь, колбаса? Хватит. В большом плане? Не знаю. В маленьком. Потрясающе. Целиком заглотила. Как удав. Как удав. Вот сейчас будет торчать какое-то время. Недельку-другую, да? Да. Нужно два мыша ловить. Одно и второе, что нет. Ага, ага, вот. Вот, спасибо вам. А мышь-то не рвется. Все, все, Женькина черепаха сейчас ее... Нет, Женькина держит ее сильнее, чем наша. Наша за ногу ухватила, а Женькина за голову. Но мне кажется, сейчас все-таки Женькина черепаха уйдет в нашу сторону.